можешь мне сказать? Ты что, тен не слышишь? Ты тут. Раз, два, три, говоришь. Не знаю, как. Всем привет, это Вулкан, и сейчас я покажу фокус, который называется ущерб. Я не знаю, почему назвали его ущерб. Я бы дал ему более подходящее название, но право автора. Итак, ущерб. Итак, для этого фокуса нам понадобится два короля и мистическая карта между ними, да? Итак, ладно, пока оставим их. Я сейчас буду скидывать, а ты скажи стоп, ладно? Окей. Давай. Стоп. Стоп, вообще? Не. На. Угу. Есть? Запомнил? Я запомнил карту. Эти, да? Так, теперь подснимем, да? Еще разочек. Так. Карта где-то замешалась, да, в колоде? Так, что у нас тут? Так. Три карты у нас. У нас три карты. Это король, пикового, да? Какая-то мистическая карта. Да, и король 200. Итак, ну ладно, поставим. Что это все-таки за мистическая карта, да? Может, это моя карта? Нет, ошибся. Это Джокер. Так, да? Итак, Джокер, не зря я назвал его мистической картой, потому что он может превращаться в любую абсолютную карту, да? Даже мою. И даже в твою. Давай попробуем. Давай проверим. Есть. Видно? Так. Смотри внимательно. Смотришь? Да-да-да. Смотри. Какая-то карта, да? Ну да. Ох. Твоя? Да, братиш, это моя карта. Итак, да? Твоя карта. А куда делся Джокер? Не знаю. Он встал на место твоей карты. Твоя карта же в колоде была? Да-да-да. Давай проверим. Давай проверим. Это просто cool. Такой вот фокус.